Слезы наш внутренний запрос. И светлым и ярким светом людям без жизни на груди. Общение с ними. После смерти соприкосновенцы в образом делает душу человека светлым и добрым. И к таким людям я отношусь вечно святительной мать. Мать, старин, сыновей, дочь, все примерно город. Сегодня завершается тяжелый, изнурительный год большого здоровья. Год был тяжелый на события. Дети, честью, прошли этот путь. Нехромые литературы напечатаны в журнале «Дружба». Я бы даже не читал. В этих словах, если внимательно посмотреть, не ждет. И любовь, и гордость за мать. В этих словах. И горечь от потери такого человека. И все же время я хочу сказать, что такие люди, когда уходят из жизни, сердце не водит себе боли. Почему? Потому что каждый из нас в любой момент мог прийти к ней, поделиться своими проблемами, попросить помощь или просто делиться в них. И поэтому не случайно в день похорон было вроде как много слышно. Потому что многие потеряли свои потенциальные богатства. Софья Мировна, она при жизни стала секретарной женщиной. Ее умение найти ключ подход каждого человека. Ее высокая докторская профессиональная сестра. Но сердечность, которая сыграла душу человека, очень мирно назвали «Квартный Восток» матерью женщин «Квартного Востока». В любое время, день и ночи, можно было прийти к ней за помощь. И что характерно, ее муж из времени ушедшей жизни, Павел Абрамович, или как его называли, Дагестай, всегда характерно. Софа в этом слове. Обеспечение им требует твоего. Я никогда не забуду, как-то моей матери было плохо. Мы вызвали скорую помощь, молодецкую помощь, хорошую помощь. И как они не могут попасть в дело. И мать говорит, позови бороду. Это был субботний вечер. Это полдвенадцатый вечер. Я бегом пришел в этот дом сучу, и попытки отдыхает. Кто? Я говорю, что случилось? Вот Софа, немедленно давай побыстрее.